19 сентября 1991 года Республика Беларусь стала независимым государством. Белорусы, рожденные в этот знаковый период, взрослели и развивались вместе с целой страной. Их судьбы – отражение трех десятилетий достижений, побед и открытий. Сегодня мы расскажем о выдающихся ровесниках молодой Беларуси, живущих в Гродненской области. Добрый день, меня зовут Поясов Сергей Сергеевич, я заведующий хирургическим отделением учреждения здравоохранения Мостовская центральная районная больница. Переехать из областного центра в районный и пройти путь от врача-ординатора до заведующего хирургическим отделением Мостовской ЦРБ – все это смог сделать всего за несколько лет Сергей Поясов. Делом своей жизни он выбрал медицину и не прогадал. Сейчас ни одна операция не проходит без его участия, прямого или косвенного, и к любому пациенту он может найти подход. А начиналось все с любви к биологии и химии. Родился я в городе Гродно в 1991 году. У меня есть также брат, сестра, вот, родители. Обучался в средней школе номер 14 с углубленным изучением иностранных языков. Но когда я уже решил стать врачом, я перевелся в гимназию номер 3 с биологическо-химическим уклоном, вот, где, собственно, и подготавливался к университету. Врачом я решил стать, скорее всего, где-то ближе к окончанию средней школы. Вот. Обнаружил в себе, наверное, какие-то навыки, какое-то стремление к учебе именно биологических, химических наук, то есть такие необходимые специализации для врача. Поступил я в университет, Гродненский государственный медицинский университет в 2009 году, вот, на специальность лечебное дело. Изначально, конечно, я стремился поступить именно на хирургическую специальность, потому что мне как-то влекло особенности анатомии человека, работа именно руками, совмещать значит, мыслительный процесс вместе с практической деятельностью. Третий курс, наверное, стал переломным моментом, потому что к третьему курсу появились дисциплины с хирургическим уклоном. На пятом курсе университета я поступил в группу по хирургической специализации, прошел интернатуру на базе Гродненской больницы скорой медицинской помощи и, собственно, был направлен по распределению, поскольку бюджетная форма обучения у меня была по распределению, я попал на свое первое место работы в учреждении здравоохранения Мостовская центральная районная больница, где, собственно, и работаю с тех пор. В 2016 году, 1 августа, я прибыл сюда и приступил к деятельности врачом-хирурга-ординатора хирургическим отделением. Наставником у меня был заведующий Шарко Виктор Эдуардович. У нас в больнице также имеется преемственность наставничества, поэтому все первые вот эти навыки и опыт я приобрел благодаря работе в нашем дружном коллективе. По распределению я попал сюда вместе со своей женой. Мы познакомились с первого курса вместе, вот, учились. Родители у меня, конечно, в Гродно проживают. Это ближайшая, в принципе, районная больница по отношению к Гродно по дистанции. Ну, встретили меня здесь довольно-таки радужно, вот, хирурги на районе нужны всегда, вот, коллектив на то время состоял из опытных хирургов, которые уже проработали значительное количество времени в этой больнице, вот. Первое время, конечно, было трудно, конечно, после интернатуры, не имея таких особо сильных навыков в оперативной деятельности, скажем так, в развитии еще пока клинического мышления. Первое время трудно было, но все постигается со временем, с опытом. Вот. Я надеюсь, что я большинство моментов перенял от своих учителей. С
заведующим хирургического отделения я стал с 8 декабря 2020 года. Все это время я проработал ординатором. Вот. Я работал именно в отделении, то есть я уже хорошо знал специфику работы, знал нормативные документы, акты, по которым необходимо работать в нашей сфере. Должность заведующего, безусловно, несет в себе большое количество обязанностей, поэтому, конечно, первое время было очень трудно. Необходимо было знакомиться с большим количеством документации, вот, знакомиться с тонкостями именно работы в данном учреждении здравоохранения. Мои обязанности, в первую очередь, входит качественное, своевременное оказание хирургической помощи населению Масловского района. Также это и работа с коллективом, своевременная консультация. Врач-хирург-заведующий может привлекаться к работе и в выходные, и в праздничные дни, в вечернее время, выходные. Это и руководство кадрами, это организация труда. Вот, своевременное повышение квалификации как врачей, так и среднего медперсонала. Работая в учреждении здравоохранения, безусловно, все врачи, помимо работы, также и проходим курсы повышения квалификации. То есть мы направляемся, благодаря нашей администрации, на учебы в город Гродно, на повышение квалификации в Минск, где, собственно, мы проходим усовершенствование наших навыков, знаний, умений, вот, что является, конечно, большим толчком для развития. Хирургическое отделение УЗ Мостовская ЦРБ рассчитано на 40 коек. С 1 ноября 2022 года отделение прошло реструктуризацию. В составе 40 коек у нас имеется 30 общехирургических и 10 гинекологических коек. В составе отделения помимо заведующего работает один врач-ординатор-хирург и один врач-гинеколог. Наш стационар рассчитан на оказание экстренной плановой хирургической помощи пациентам с общехирургическими заболеваниями, травматологические пациенты, онкологические, а также урологические пациенты, ну и, собственно, гинекология. 4 августа Сергею Поясову исполнится 32 года. В его жизни уже есть крепкая семья и уверенный карьерный рост. И, конечно, благодарность сотен пациентов. Наше отделение оказывает помощь разноплановым пациентам хирургическим. Вот. Конечно, многим проводятся и оперативные вмешательства. Многие пациенты лечатся консервативно, без операций. Вот. Конечно же, самым главным достижением в своем развитии, в работе в этом учреждении, это, конечно, получать улыбки, слова благодарности пациентов, которые покидают наше отделение. Мы желаем, чтобы наши пациенты выздоравливали вот, и были довольны оказанием медицинской помощи в нашем отделении. Добрый день, меня зовут Анна Лисай, и я работаю педагогом дополнительного образования в Мостовском районном центре творчества детей и молодежи. А сейчас мы с вами находимся в бассейне, где и проходят наши занятия по плаванию. Быстрее, выше, сильнее. Девиз Олимпийских игр вдохновляет миллионы людей по всему миру. Среди них и мостовчанка Анна Лисай. Большую часть своей жизни она посвятила различным видам спорта. Девушка не просто ставит рекорды самостоятельно, но и учит воспитанников районного центра творчества детей и молодежи добиваться отличных результатов в плавании. Плавание. Родилась я на Мостовщине, здесь, в деревне Мосты Левые. С самого раннего детства я любила заниматься спортом, я занималась волейболом, участвовала в соревнованиях по легкой атлетике, а в 8 классе я пришла на тренировку по гребле на байдарках и каноэ. Мой одноклассник пригласил меня посмотреть. И вот с 8 класса до 11 я и осталась в этом виде спорта. И хочу сказать, что это было очень интересно. И я бы, наверное, конечно же, не хотела вернуть время назад, чтобы что-то поменять. Я очень рада и
очень довольна тому, что я посвятила свою небольшую частичку жизни спорту. Спорт меня закалил, воспитал силу воли, характер, дисциплинированность. Я стала самостоятельной, более самостоятельной, чем была, конечно. И это все благодаря не только моим родителям, но и моим тренерам. Это Петр Станиславович Рудевич, Леонид Петрович Рутенок и мой первый тренер – это Владимир Михайлович Задолин. У меня в школе был очень хороший пример для подражания. Это мой учитель физической культуры Лисай Иосиф Владимирович. Вы, наверное, слышали про мостовчанина, который в 2014 году отправился в путешествие на велосипеде. Ну, если нет, то я вам немножко расскажу. Он поехал один, в одиночку, на велосипеде, проехал за 52 дня 3500 километров. И он побывал в 8 странах. И я думаю, что теперь даже не каждый молодой решится на такой поступок. Я посвятила также свои годы школьные, старшей школе, спорту. И у меня не было сомнений, на какую специальность, на какой факультет поступать. Мой путь целенаправленно лежал на факультет физической культуры. В 2008 году я поступила на факультет физической культуры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Всем всегда говорю, что наш факультет – это самый лучший факультет, самый веселый факультет. Я тоже нисколечко не жалею. И я бы, наверное, еще раз, если была возможность, еще раз поступила и отучилась там. У нас были самые классные преподаватели. И самым запоминающимся для меня моментом это стал сплав по реке Неман. Мы на туристических байдарках с нашим преподавателем по туризму Тарасовым Виталием Игоревичем и еще пару студентов. Мы сплавлялись по Неману на лодках к Августовскому каналу. Там проходили соревнования тогда «Неманская весна». Это было очень круто, очень незабываемо. И я, конечно, хочу поблагодарить весь наш состав и студентов, и наших педагогов. Ну, было очень круто. Может быть, и было тяжело учиться, но я этого уже даже не скажу вам, потому что те эмоции радости, они перекрывают какие-то тяжелые моменты. После университета по распределению я попала работать в свой родной город Мосты, в бассейн, инструктором по физической культуре. Там я проработала год, и меня перевели в Центр творчества на должность заведующего отделом. Сейчас я работаю также заведующим отделом организационно-массовым. У меня отличные коллеги, я всегда чувствую помощь и поддержку, с каким вопросом я ни обратилась бы, будь то профессиональный или личного характера вопрос, они всегда помогут, поддержат и подскажут. Хочу выразить особую благодарность нашему нынешнему директору, это Наталья Григорьевна Радкевич, и нашему заместителю директора по учебно-методической работе, это Русина Лариса Владимировна. Еще хочу поблагодарить своих коллег, которые уже не работают в нашем центре, но я начинала вместе с Николаем Евгеньевичем Широким работать в одном отделе. Он тоже мне оказывал поддержку, помогал всячески. И Зоя Петровна Бакланская. Наш Центр творчества привлекает к себе не только ярким, красочным видом, но и своими педагогами, которые работают здесь. У нас ребята могут выбрать себе любое направление по интересам, будь то театральное творчество, вокал, хореография, краеведение, графический дизайн, рисование, ну, или же плавание. Еще у нас есть другие объединения по интересам. На базе нашего центра и других учреждений образования работает 104 объединения по интересам, в которых занимается 1120 учащихся. У меня занятия в объединении по интересам оздоровительное плавание проводятся один раз в неделю по воскресеньям продолжительностью 2 часа. Левой ручкой держите доску. Правая ручка прижата здесь. Смотрите, что вы делаете. Вы оттолкнулись, работаете ногами и делаете вдох-выдох в правую сторону. Понятно? Встали пошире, пошире, пошире. Мальчики, пошире. Еще разок. Повернули вдох. Хоп, спрятали ладошку, потянули. Еще раз вдох. Теперь поворачиваешь голову и проносишь руку. Давай. Хоп. Молодец, молодец. Занятия плаванием начинаются у нас с ознакомления со свойствами воды. Это различные передвижения, прыжки, ходьба в воде с различным положением рук, движениями ног. Дальше ребята изучают погружение в воду, всплывание и лежание на воде. Также они учатся открывать глаза, говорить под водой. Затем ребята изучают положение тела и скольжение на воде. Выдохи в воду, прыжки в воду,
И дальше мы переходим уже именно к изучению основных способов плавания. Это кроль на груди и на спине, брас и баттерфляй. Сейчас я занесу два этих ведерка с гаечками, поставлю с той стороны. По моему сигналу на старт марш по свистку. Вся команда бежит, плывет, идет, что хотите, в ту сторону забирает свое ведро. Каждое занятие у нас не обходится без подвижных игр и развлечений на воде, которые не только поднимают эмоциональный фон нашего занятия, но и помогают ребятам совершенствовать свои ранее изученные двигательные умения и навыки. И самыми у нас популярными среди ребят являются такие игры, как караси и карпы, водное поло. Один камушек, один балл. Если ваша команда нашла три, значит плюс три. Нашла один, плюс один. Два, понятно? Жизнь педагога очень насыщенная, ведь ты никогда не знаешь, что тебя ожидает завтра. Постоянное самообразование, мозговые штурмы, решить, какие костюмы пошить, какие декорации сделать, план мероприятий, какие придумать названия, чтобы было не избито, чтобы было интересно, чтобы ребятам понравилось, чтобы они приходили к нам в Центр творчества. Это очень весело, и такой вот подвижный, динамичный образ жизни меня, конечно, очень привлекает и очень нравится. Я помню, как меня пригласила директор нашего центра на беседу, так сказать. Нужно было сыграть роль Бабы-Яги в игровой программе. Для меня это, конечно, было очень сложным испытанием, потому что я на тот момент работала инструктором по физкультуре и никогда в жизни, даже в школе, никогда не была на сцене, не стояла на сцене, тем более уж не играла какие-то роли. В тот момент я прошла все стадии отрицания. Это было, конечно, очень сложно для меня, и гнев, и злость. Ну, в конце, конечно, я смирилась со всем и сыграла эту роль. Как показала практика, когда ты начинаешь чем-то заниматься, и когда тебе это нравится, увлекает этот процесс, то ты уже не можешь остановиться. И вот, проработав в Центре творчества уже несколько лет, я открыла в себе центральные какие-то способности. Мне нравится играть на сцене. Вот у нас каждый год, к Новому году идет театрализованное представление, где каждый педагог может сыграть какую-то роль, выбрать, конечно, себе по своему характеру, по своему настроению. И я, конечно, каждый год прошу, чтобы меня определили на роль отрицательного героя. Мне нравится играть отрицательных. Вот. Мне нравится смотреть, как мой герой меняется, как он становится добрее, как он все-таки помогает другим. В 2015 году я вышла замуж, и сейчас мы с мужем воспитываем нашего сына. Ему уже 6 лет, он первоклассник. Во время декретного отпуска я увлеклась вязанием. Я смотрела разные ролики, мастер-классы, как набирать петли, как вязать. Я до ночи вязала, распускала, снова набирала эти петли. Ну, в итоге моим изделием вязаным стала кофточка для моего сына. И после кофточки я уже не вспомню, сколько было связано шапочек, снудов, варежек разных, кофт, кардиганов. Этот процесс меня очень увлекал. Муж, конечно, со мной ругался, что ты вяжешь до ночи, назвал меня бабушкой, старушкой. Но я не сдавалась, и весь декретный отпуск я стучала спицами и днем, и ночью. Это занятие, которое меня увлекало, успокаивало, несмотря на то, что нужно было внимательно следить за количеством рядов и количеством петель. В свое свободное время я, конечно, стараюсь посещать бассейн. Люблю плавать, не так часто у меня, конечно, выходит, свободного времени не так много, но я все-таки стараюсь. Люблю плавать брасом, хоть этот способ и является самым тяжелым, но для меня это самый любимый способ. 13 мая Анне Лисай исполнится 32 года. Каждый день она проживает весело и активно, изучая новое и помогая другим стать лучше. Моя цель – это помочь как можно большему количеству ребят научиться плавать, преодолеть боязнь воды, чтобы они могли свободно выходить на речку, купаться, не бояться, передвигаться в воде.